Сорванную крышку приняли за взрыв на атомной подлодке. Накануне одно из северодвинских информагентств сообщило, якобы на «Звездочке» произошло ЧП. В момент, когда в подлодку загружали учебные торпеды, там взорвалась цистерна. Удар был такой силы, что сорвало с тросов пришвартованное рядом судно. Эту непроверенную информацию процитировали и федеральные СМИ. В итоге опровергать слухи пришлось генеральному директору предприятия. Как сообщает пресс-служба предприятия, при испытании цистерны главного балласта АПЛ «Смоленск» давление дали больше обычного. В результате сорвало прижимную крышку «Кингстона-клапана». Он перекрывает доступ внутрь судна, из-за чего и раздался характерный звук. В результате инцидента никто не пострадал. Ситуация, конечно, нештатная, но нештатная работа оборудования и механизмов во время испытаний – это, в общем-то, не то, что нормально, но это для того испытаний проводится, чтобы проверить под нагрузкой все системы и механизмы. Вот, и лучше это произойдет здесь у нас у причала, на заводе, чем это произойдет в море. Поэтому волноваться не надо, ну а журналистам, наверное, отдельным следует более ответственно относиться к тому, какую информацию они выдают для общественности. Отметим, что сейчас атомная подводная лодка «Смоленск» проходит на «Звездочке» восстановление технической готовности. Осенью ей предстоят ходовые испытания в море. Планируется, что атомоход будет передан флоту к концу этого года.